Всем привет! Сегодня у нас снова часы Восток в обзоре. В этот раз, правда, не амфибия. Сегодня гражданский Восток обычный. Я думаю, это серия Престиж. Часы я получил в подарок, я очень хотел вам показать их, рассказать немного, покрутить перед камерой, чтобы вы могли понять, что за часы, если они вам попадутся в обычные продажи в офлайн-магазине. Обязательно купите их. Начнем, пожалуй, с коробки. Хотя коробка, внимание, абсолютно недостойна. Это обычная черная гробообразная коробка, в которой, в принципе, теоретически с большим количеством фантазий можно, конечно, часы хранить, но их там не видно и смотрится это ужасно. Я вообще считаю, вот эта коробка — это просто зря использованный материал. Загрязнение окружающей среды. Лучше бы они часы поставляли в какой-нибудь маленькой коробке, как в советские времена, без браслета, без всего, только с инструкцией. Инструкция у нас вот такая вот, надпись «Восток», Чистопольский завод, шифр механизма 2416B, означает, что часы с автоподзаводом и с ручным заводом, с календарем на 31 камне, с хорошим ходом. Тут инструкция, как все это работает, для тех, кто не знает, все подробно описано. Когда они были проданы, неизвестно, также неизвестно, в каком магазине были куплены. Зато у нас есть шифр модели 651082 и дата продажи 11 апреля 2013 года. Если честно, я видел эти часы уже на сайте Восток, в их онлайн-магазине, но там настолько была ужасная фотография, что я абсолютно на них не обратил внимания. Я вообще хотел себе давно костюмные часы, купил себе Seiko коктейль. И если честно, вот эти часы, они не уступают по красоте тем часам. Конечно, тут циферблат попроще, но я считаю, это очень хороший экземпляр русского часпрома. Давайте посмотрим получше на них. Мне нравится корпус, он такой выглядит, как, ну, называют в народе танк. Этот корпус чем-то напоминает корпус командирских старых. Я вот специально для обзора достал их еще раз. Посмотрите, корпус в принципе похож. Вот. Корпус похож по форме. Вообще вот этот корпус, он очень напоминает часы Восток Европа Луноход первого поколения. Кстати, следующий обзор будет именно с ними. Я надеюсь, вам понравится. Эти часы были в хроме. Также они есть в позолоте. Циферблат такого серого оттенка. Переливается. Хорошо он читается. Идеально в корпусе сидит. Нет никаких щелей. Мне это очень нравится. Есть также циферблат, я говорю, с серебристым оттенком. Тоже смотрится хорошо. Но на сайте, говорю, абсолютно неприметные часы. Не видно, как они выглядят. Опять же, маркетинг у завода еще пока не очень хорошо работает. Хотя уже есть хотя бы группа хорошая ВКонтакте, где можно все новинки и все тренды, так сказать, завода увидеть. Часы я получил уже с обновленной светомассой. Не знаю, какая она была с завода. Сейчас стоит светомасса от Стаса из Москвы. Бирюзового цвета. В превью постараюсь поставить фотографию, чтобы увидеть, как она светит. Очень хорошо читается. Позитивный эффект такой, то, что после обновления светомассы метки стали более объемные. Камера сейчас сфокусируется, будет видно. Очень хорошо смотрится. Мне нравится, что стекло так сделано. Одно целое с корпусом. Хорошо оно изогнуто, такое приятно блестит. Также нравится заводная головка с логотипом Восток. Это, я думаю, химическое травление. Все отлично работает, заводится. Время выставляется вручную. Все хорошо сделано, качественно. Точность хода меня тоже радует. Если учесть, что у часов есть ротор автоподзавода, то крышка тут очень плоская, я считаю. Хорошо сделано. Немного загнуты уши, поэтому часы на руке сидят очень хорошо. Вообще очень удачный корпус. Кстати, на основе этого корпуса была сделана лимитка. По мотивам как раз вот этих вот командирских была сделана лимитка. Очень хорошая, с золотистым корпусом. Вот. Но речь не об этом. Если вы найдете где-нибудь такие часы в офлайн-магазине, я
очень рекомендую обратить на них внимание. Не бойтесь, что они немного толстые. Мне они нравятся по дизайну. Сейчас покажу, как это все сидит на руке. Ну, с рубашкой, конечно, это сидит вообще отлично. Просто сейчас температура довольно высокая, 26 градусов. Поэтому я не буду показывать, как это смотрится с рубашкой. Но вот на руке они сидят очень хорошо, если посмотреть. Просто приятные часы. Тут стоит оригинальный востоковский ремешок кожаный с надписью «Восток». Ну, для пущей крутости могли бы, конечно, сделать на бакле надпись «Восток» или логотип. Этого не сделано. Но все равно ремешок качественный. Часы очень хорошие. По тем временам, я не знаю, сколько они стоили, но если бы я знал, что они настолько хороши, я бы, конечно, сам себе купил их. Но по счастливому случаю мне их подарили. Календарь есть. Есть у окошка календаря обводка. Ну и новый люм, конечно, добавил часам немного функциональности. Идеально время считывать даже в ночи. Секундная стрелка мне нравится, без всяких наворотов. Довольно длинная, плавно идет. Такие вот на сегодня в обзоре часы. Надеюсь, вам понравилось. Фотографии пару я под видео выложу. Всем хорошего дня, хороших выходных и до следующего обзора. Пока!